Если вам интересно, то улица, на которой мы сейчас находимся, называется Kynan's Mews. Это бывшие конюшни, но, как, кстати, можно узнать по названию Mews, это улица, где были раньше бывшие конюшни. И дома здесь обычно такие двухэтажные, с большими воротами, в которых раньше стояли лошади. Но есть очень-очень красивые улицы с конюшнями. И вот Kynan's Mews, наверное, самая-самая-самая красивая улица в Лондоне, такая вот конюшная. У нас уже темнеет, 16:30, очень рано. Сегодня еще такой день дождливый, ну просто очень сильно дождливый. Сейчас уже вечереет, уже скоро начнет темнеть, но все равно, знаете, после Петербурга здесь прекрасная погода, так что даже под дождем мы гуляем с удовольствием. Ну, я гуляю с удовольствием, Хосе говорит, что ему холодно. Почти совсем стемнело. Нам нужно сесть на автобус и доехать до Сохо. Мы, конечно, могли бы пешком дойти, просто уже стало немножко холодно и темно, и мокро. Хосе совсем замерз. Но я бы дошла, но ради Хосе мы сядем на автобус. И мы, кстати, встречаемся с его друзьями. Пойдем есть суши. Холодно в моем костюме, но на самом деле сегодня достаточно тепло, особенно на солнце. Середина ноября, там два человека плавают, видите их? Так, мы пробежали больше 5,5 километров. Даже Хосе уже вот такой вот летает. Да. Очень надо встал. Смотрите. Очень красиво.
What are you checking? I'm very curious about this thing. Стояли в очереди, наверное, ну, минут 30 точно, полчаса. Мы получили свои крэпы, самые вкусные, на мой взгляд, в Лондоне. Обязательно, если будете в Хэмпстеде, постойте в очереди и попробуйте эти крэпс. Прошло 5 часов, и мы сейчас идем на день рождения друга Хосе. Я думаю, что меня не очень хорошо видно. Но я сегодня сейчас... Ну, я сейчас в пальто. И в шляпе. Всем привет! На часах еще нет 8 утра. Мы уже едем на пресс-завтрак в ресторан Sketch, у которого 3 мишленовские звезды. Я у них в каком-то виде списке уже третий год подряд, но вот второй год подряд они меня... Они приглашают меня на какие-то мероприятия. Там будет очень красивая рождественская инсталляция, поэтому я вам все обязательно покажу. А у нас в Лондоне сейчас просто невероятно холодно. У нас 3 градуса тепла, вот утром 1:07 утра, а чувствуется как 0. То есть примерно так же, как в Питере. Хотя я посмотрела погоду в Питере сейчас теплее. Мне кажется, такой предмет одежды, который легче найти в магазине, поэтому пойдемте вместе смотреть куртки. Кстати, на выходных мы сходили в одно новое место, которое совсем недавно открылось, и это Indoor Street Food Market, который расположен в бывшей церкви. Вот скажите, что вы по этому поводу считаете? А я лично достаточно позитивно к этому отношусь, потому что много церквей, которые уже не используются, никто туда не ходит, и не сносить же их. Вот так приспособили. А вот Хосе был шокирован, потому что все-таки Хосе католик, и для него было такое небольшое кощунство. А что считаете вы? Скажите мне обязательно. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть на мой последний осенний влог, и увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч! Пока-пока!